Здравствуйте, друзья! Снова рад приветствовать вас всех на своем канале. У нас сегодня 7 февраля. Запись видео происходит 7 февраля 2021 года. В стране экономическая ситуация все время ухудшается и ухудшается с каждым месяцем. Доходы людей падают. Но интересная ситуация происходит. Люди скупают все, что можно скупить. Покупают доллары, покупают акции. Фондовый рынок очень сильно перегрет. Боюсь, что скоро этот пузырь лопнет. Люди скупают недвижимость. Недвижимость тоже очень сильно подняла в цене за последний год. И вот я хочу показать на примере, ну, грубо говоря, автомобиля, которым я владею. То же самое. Я вот сейчас зашел в Яндекс случайно, увидел рекламу. Автомобили очень сильно подорожали. У меня автомобиль Toyota Mark 2 2002 года. Покупал я его 3 года назад. Ну, в принципе, я купил его недорого, но реальная цена его была где-то 350 тысяч. Автомобиль очень хороший, но цена недорогая, поскольку автомобилю все-таки, ну, на настоящий момент уже 18 лет. И вот мы видим, что сейчас, на начало февраля 2021 года, цены на этот автомобиль, смотрим, 497 тысяч, 430 тысяч, 420 тысяч. Даже видим 600 тысяч. Ну, наверное, тут какой-то апгрейд в виде двигателя помощнее они поставили, скорее всего. Ну, тоже, конечно, дорого, очень дорого. 440 тысяч, 450 тысяч, 950 тысяч, 455 тысяч. 600 тысяч, это, наверное, уже был. Ну, в общем, в целом мы видим, если убрать 600 тысяч и 950, особенно 950, это уже совсем какая-то высокая цена, то цена крутится где-то 420, 440, 450. Да, вот есть 497, 430. Дорого, дорого, очень дорого. Это, считайте, за 3 года, но она не росла так. Это, допустим, если 3 года назад он должен был стоить примерно 350-360 тысяч, то вот такую цену мы наблюдаем, ну, я думаю, все-таки где-то последние полгодика. То есть, по факту, может быть, месяцев 8. Вот к чему приводит наша дорогая пандемия коронавирусная. В том числе и к такому жуткому подорожанию, ведь, в принципе, автомобиль должен быть средством передвижения. Он уже становится роскошью, потому что, естественно, дорожают и новые автомобили. Вот. А еще непонятно, что лучше по качеству. Мы все знаем, что новые автомобили зачастую гораздо хуже качеством, чем вот такого рода автомобили, которые я сейчас вам показываю. Это замечательный японский праворульный автомобиль. И цена там 300-350 тысяч, это была совсем невысокая цена для такого качества. Значит, получается, что примерно за... Ну, примерно с лета прошлого года, то есть где-то там за 6-8 месяцев цена увеличилась на 30%. Ну, я думаю, так по всему автомобильному рынку. Кстати, то же самое примерно увеличение цены на 30% произошло и с рынком недвижимости, и с рынком акций. Поэтому, думаю, сейчас не самое время, чтобы продавать, покупать квартиры и недвижимости. Необходимо все-таки переждать этот период. Закончится пандемия, немножко рынок устаканится, посмотрим, куда пойдут цены. Все-таки, ну, должны, конечно, они немножко опуститься. С японскими автомобилями не знаю, опустится или нет, потому что мы знаем, что там стоят заградительные пошлины очень высокие. И если мы в 90-е годы и в начале нулевых ездили на японских автомобилях, в том числе из-за их сравнительной дешевизны, то есть соотношение цены-качества было замечательным, то сейчас, когда их цена подтягивается, абсолютно подтянулась к цене там немцев, например, ну, непонятно, непонятно, с учетом права руля, будут ли их ввозить. Ну, в таких количествах точно уже не будут ввозить их в страну. Ну, вот такая вот информация к размышлению. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго.